Всем вам вселенский привет! Здесь будут для вас карты модерного искусства. Вот такие карты от одного и того же художника, Таро Ленорман, а также карты ангелов. Мы просмотрим все подробно. Какие подарки подарит вам Вселенная? Чем порадует Вселенная? Устраивайтесь так, чтобы вам было удобно, и вы используя для себя провели время. Получили удовольствие и пользу от моего расклада. И я для вас приготовила тоже чашечку чая или кофе. Вот здесь. А также вы видите стул, на который вы можете присесть. И с удовольствием со мной побеседовать на вашу тему, чтобы просмотреть для вас расклад. Ну вот, начнем мы, конечно, с карт ангелов. Ангелы благословляют вас вот этой картой. И это очень важный ангел, Езалель, Джезалель или Езалель, по-разному можно называть. Но это, конечно, икона этого ангела, и он помогает страждущим. Я скажу больше относительно ангела, когда буду считать эту икону вам в конце расклада, если позволите. А сейчас я начну раскладывать и Таро, и Ленорман. Делайте так, как вам удобно. Но я советую смотреть все видео, потому что только тогда, когда вы посмотрите все видео, вы сможете понять, где и в каких местах особенно будет вас касаться. Ну что ж, начинаю раскладывать. Начнем с Ленорман, хорошо? В этот раз с Ленорман. И что у нас было на дне колоды? На дне колоды была карта «Кольцо». Значит, вас ожидают подарки. Подарки Вселенной, подарки от любимых, подарки судьбы, а также выполненные обещания. Что подарит Вселенная? Ну вот расклад называется мой «Что подарит Вселенная?». И на дне колоды карта «Кольцо». Значит, приятные сюрпризы. Вселенная подарит приятные новости. Вселенная вас любит и хочет выполнить обещания, потому что каждому человеку при рождении Вселенная обещает счастье. Именно вам, тому человеку, который сейчас смотрит, Вселенная даст счастье. Это однозначно. А сейчас я буду раскладывать карты. Вы задавайте свои вопросы картам. Карта универсальная, слова, как любой словарный запас универсальный, но вы все поймете по-своему, не сомневайтесь. Итак, что же вам подарит Вселенная? Чего ожидать? Это перемены в личной жизни. Вселенная даст вам, может, новый дом, новую обстановку в доме, новых любимых, новые отношения, перемены в личной жизни. Вот что подарит Вселенная. 17 номер – это 8. 1 и 7 – 8. А 8 – это знак бесконечного добра, бесконечных подарков и благополучия, а также изобилия. Аис приносит что? Счастье в дом. Вселенная подарит счастье в дом. Что еще подарит Вселенная? Сердце. Это любовь. Вселенная подарит любовь. Видите, как лаконично, четко говорят Ленорман. Очень четко. Карты работают только в сочетании друг с другом. Потому что карта может означать все, все что угодно. Она универсальна. В сердце – перемены. В сердце – личная жизнь. Любовь – личная жизнь. Улучшение ситуации в партнерстве. Если вы ссорились, например. Будет улучшение ситуации в партнерстве. Это карта развилка или же открытие дорог в этом случае. Вообще карты работают, как я сказала, всегда в сочетании. Если бы здесь вот эти две были плохие карты, то сочетание я бы развилку читала по-другому. Но так как сердце и аист очень хорошие карты, то здесь открытие не закрытие дорог, а открытие дорог. И все на любовь, на счастье, цветы, высокая энергетика любви. 22 номер мастер, номер сотрудничества, взаимопонимания и взаимодействия. Да? 22 это в 100 раз больше, чем 2. Взаимодействие на счастье, на любовь. Какие советы даст Вселенная? Я надеюсь, расклад будет лаконичный, но как пойдет, да? Какие советы даст? Можно выбрать совет первый или второй, левый или правый. Вы хозяин-барин. Но я в любом случае советую просмотреть все два совета, а потом выбрать себе, какой на вас больше смотрит. Ну, это карта рыбы.
Это любовь и полнота денег. Вообще полнота чувств, либо же полнота финансов. Рыбы – это всегда поддерживающая среда. Это всегда взаимодействие. Женская энергетика взаимодействия. Если кто не знает, в эзотерике есть две такие составляющие. Женская и мужская, как на Востоке инь-янь называется, но то же самое. Все люди одинаковые во всех странах мира. Поэтому у нас идет так. Женское и мужское. Женское – это взаимодействие, а мужское – это просто поиск этого взаимодействия. Вот и все. Так вот, рыбы – это взаимодействие, женская энергия. Поэтому Венера, женская планета, она отвечает за и деньги, и любовь. Да, женское взаимодействие. Когда мы хотим с миром контакт иметь, то есть взаимодействовать, рыба взаимодействует с водой, да, там очень сильный контакт. Вообще в мире только рыба имеет такой сильный контакт со своим окружением, со своей средой, поддерживающая среда, другими словами, да, тогда рыбы, вот полнота, много рыбы обычно, да, вот когда же Христос говорил «ловец жизни человеческих», да, и у первых христиан была рыба как их символ, то есть это полнота, полнота любви Бога к вам и так далее, там много символики, символика – это живее всех живых, как сейчас мы понимаем, что компьютер – это по образу подобия вообще мозга, а мозг, он соединен с общим мозгом, то есть с Творцом, там все взаимодействие. И это для того, чтобы иметь полноту любви и здоровья, и счастья. Вот это все карта рыбы. Такой совет дают Таро, что расслабьтесь, получите удовольствие. Это больше такая венерианская сила, да? Ну, а 3-4 – это номер 7, и 7 – это звезда мага. То есть это получить все, что хотите. Вы получите деньги для покупок, вы получите любовь для личной жизни, вы получите уютную, радостную жизнь, где поддерживающая среда в доме будет работать на вас. Ну, так все просто. И вторая карта совета – это коса. Куй железо, пока горячо. Да? Мы обычно боимся, и часто люди пропускают те возможности, которые дает Вселенная. То, что подарит возможности, что подарит Вселенная? Деньги, любовь. Куй железо, пока горячо, бери сразу. Не жди, пока Вселенная что-то другое дает. Бери то, что дает, и сделай из него успех. Вот такое значение карты коса в этом сочетании. Ну, вообще косить бабло, да, и коса в сторону рыбы. Извините, что я сленг сказала, но так четко, да, косить деньги, то есть получать, зарабатывать. Как косить урожай, да, урожай денег огромный, огромный. Вот просто косим, а косят зайцы траву, когда им страшно. То есть вот когда страшно, и думаете, я не заработаю, там страх бедности или страх того, что не получится. Ну, пусть будет страх, но вы делаете через страх, и страх пройдет. Вообще нужно делать то, чего боимся, как можно чаще, и тогда страх уйдет. Это самая лучшая борьба со страхом, да? Боимся людей, чаще входим в общество. Боимся, что нас не поймут или осудят. Вот мы, советские люди, немножко другой менталитет. Может, у нас мы такие резкие, немножко такие откровенные, да, но нам тяжело, потому что современный мир, он такой немножко, такой, знаете, как притворный, что ли. Нам тяжело. Ну, может, не притворный, но нам тяжело русским людям. Не русским, я бы сказала, советским, да, больше. Вот. Итак, у нас здесь карта сад, гармония. Гармония в финансах. У вас будет гармония в финансах. Девочки, что говорю, все приходит из потока. И мальчики тоже, да. Все, что я говорю, все приходит ко мне из потока. Ничего я не говорю просто так, чтобы не думали люди, что вот что она говорит. Все, что говорю, все приходит из потока. Давайте еще будем спрашивать у Ленорман. Карты очень классные. И когда я буду раскладывать эти другие, вы увидите, что художница та же самая. Модерное искусство. Очень классно. Здесь написано, видите, арт, нове, наверное, по-французски это. И у Ленорман то же самое, та же самая рубашечка, тоже арт новый, видите? Таким же тоже буштабиран, такими же буквами написано. Это один и тот же художник. Я думаю, что карты вам очень откроются из-за того, что они имеют один мотив, одну энергетику. Энергетика, конечно, любви, потому что смотрите, какие карты выходят. Возьмем еще один совет, почему нет? Карта метла. Это вот как раз о работе. Много работать и много зарабатывать. Не бояться работы,
А любить ее, да. Если мы работу не любим, конечно, она денег вряд ли даст. Но если даст, кстати, есть люди, делают нелюбимую работу, но хорошо зарабатывают. Но это не очень полезно для здоровья. Здесь вы любите работу. Здесь вы любите работу с сердца. И поэтому хорошо зарабатываете. Если у вас нет любимой работы, она будет. Ну, а также здесь близость для любви. Вот это постель. Это спальня, да? Постель. Близость для любви. Это очень хорошая карта в этом понимании. Если я соединю карту метла, это тоже магическая карта, очень глубоко магическая, с другой картой магии, это мастер номер 22, мастер номер 11. Здесь я вижу, что, знаете, может быть и или кармические какие-то долги, или какие-то сложные люди в вашей жизни встречались, которые вам хотели навредить. Может, это в обществе, сад все-таки там, да, есть карта у нас. Может, в обществе какие-то сложные люди вам встречались. Может быть, даже, когда мы вот так смотрим, люди, которые делали какую-то магию. Нужно знать, человек, который делает грязные магические дела, почему он рискует, я сейчас двух слов скажу. Потому что когда он в процессе этого магического грязного ритуала, он входит туда, где ему нельзя входить, там, где грязная темная энергетика. И тогда человек может зацепить черную силу. И это очень-очень опасно. Так что тут вот мы говорим, что да, будет бумеранг врагу, потому что он внедрился вот туда, где ему не нужно было лезть. Так что здесь вот, если у вас есть какие-то враги, и они делают какую-то гадость, особенно на деньги, потому что... Или на любовь. Рыбы же отвечают за деньги, за любовь. Они поплатятся. Ваши враги поплатятся, да. Карта гора, она защищает от негатива и вместе с тем выставляет такую, знаете, преграду. То есть здесь тяжесть врагам, это однозначно, потому что гору ведь невозможно прогрызть, да? Тяжесть врагам и защита вам от негатива. Гора – это может быть много работы для кого-то, может быть какое-то напряжение в семье, может у кого-то будет, вот, например, свекровь или какая-то другая женщина не любит вас, потому что считает, что неравный брак, что, в общем, у нее свое мнение. Эта женщина может делать что-то грязное, но ей будет обратка, она очень рискует. А у вас будет все хорошо, потому что вы-то никому ничего плохого не делаете. Гора очень часто означает не просто защита, а фундамент нового дома, тоже это может быть. Фундамент нового дома с садом, может быть, загородный дом или же городская квартира в том месте, где парк рядом. Вот кто-то купит или получит такую квартиру или снимет. А гора часто бывает, это просто преодоление, да, преодоление каких-то трудностей. Вы сейчас проходите какие-то трудности, преодолеваете что-то. Карта тучи. Вместе с горой тучи говорят, что, знаете, или на вашем мужчине есть негатив, он ведомый кем-то, да, как тучи вокруг него. Либо же были тучи на работе, или тучи были в семье, может быть, был острый разговор какой-то. И этот острый разговор, он как камень на сердце лежит у вас, да, может быть, какие-то острые события, как камень на сердце. А вот эта карта, знаете, не печальтесь. Может, у вас и есть камень на сердце сейчас. Может, вам туманно, не видно, куда идти. Может, вас обманул кто-то. Может быть, вы получили ложную информацию. Но идет на истребление сейчас очень многое. Да, очень сложное время сейчас мы имеем с вами. На вас это отражается. Но вы не волнуйтесь, потому что жизнь-то нужно жить. Даже если в сложное время живем, нам-то жизнь нужно жить свою, да. Карта букет – хорошая карта. Это вознаграждение за какие-то проблемы, препятствия. Это хорошая карта. Это карта прекрасной внешности, выздоровления. Или вы, или ваши близкие, если болели, это выздоровление. Это омоложение организма. Это очень хорошая карта. Букет – это высшая энергетика. Здесь вот если по букету смотреть рыбам, это влюбленность. У вас кто-то влюблен. И кто-то заявит о своих чувствах. Давайте еще одну возьмем карту и перейдем на Таро. Так, кто-то заявит о своих чувствах. Ой, хорошая карта, это лилия. Еще одна карта цветов, да, лилия – карта верности. Если вы спрашиваете, он, может, вас обидел, изменил или же сделал вам больно кто-то, все это пройдет, потому что здесь верность человека. Либо придет к вам верный человек, либо вы встретите кого-то, либо вот
все поменяется в лучшую сторону. Лили — это верность, надежность, это верное отношение с мужчиной, с человеком, который вас любит. И букет, конечно, это карта любви и счастья. Вы знаете, того, кого вы сейчас любите, тот человек любит и вас. Или вас любят деньги. Замечательный расклад. Я просуммирую, будут деньги, будет любовь, но не без препятствий. Да, вот, конечно, это все нужно будет добыть. И пройти какие-то испытания, вы уже, наверное, прошли, уже заканчиваются они. Вот последний рывок, можно сказать, туман скоро развеется, и вы найдете свое счастье. Вот такой Ленорман четко показал все, да? Итак, мы берем Таро и мы продолжаем расклад. Смотрите дальше, интересно, что выйдет. А потом еще и карту Ангела мы с вами прочтем. Посмотрим, что карта Ангела скажет. Я надеюсь, у вас кофе, чай. Я выставила чайную чашку, но может у вас кофе. Можно чайную чашку и кофе наливать в стул для вас. Вы знаете, когда вы приходите ко мне виртуально, это еще лучше, чем вот как бы по соседству, да? Потому что по соседству трудно найти друга. А виртуально легче. Мы находим тех, кто нам созвучен, да? Смотрю только прямые в этих рамках. И это у нас король. Это король меча. Этот человек все решает. Этот человек все решает. Если есть какие-то проблемы, вот решение будет. Этот человек все решает, король, конечно. Он не просто так сидит там на троне. Он действует, он решает. Какие-то личные вопросы решает король. Личные вопросы будут решаться у вас, да? Король решает какие-то ваши личные вопросы. Это может быть человек, мужчина или обстоятельства будут проясняться. Высшая сила поможет. Будут перемены. Луна – карта перемен. Может быть, мужчина эмоциональный. Если вы спрашиваете, вот карта магическая, конечно, Луна, да? Может быть, у кого-то на мужчине, вот Ленорман показал, какое-то магическое воздействие есть. Я посмотрю, что это значит. Карта звезда, может быть, знаете, ему закрыли глаза, сейчас у него глаза откроются. Когда выходят две карты светил, вот Луна, видите, здесь ведь все фазы Луны, да, очень классная карта, и звезды, а потом еще и Солнце может выйти, да, это хороший знак. Это мужчина или выздоравливает, на нем заканчивается какое-то воздействие, он протрезвеет, можно сказать, трезвый взгляд на жизнь. Да, здесь очень хорошо все идет. Что еще подарят высшие силы? Да, вот такой вопрос, что подарят высшие силы. Посмотрим, что вам подарят высшие силы. Подарят новую встречу. Рыцари – это встреча. И это рыцарь жезлов, это страсть. Встреча вот с таким серьезным человеком, суховатым, но серьезным. Человеком дела. У вас может быть встреча с человеком дела. Мастер своего дела, восьмерка пентаклей, встреча с деньгами, встреча с хорошим заработком у вас или у ваших любимых. Вот это хороший заработок. Но это заработок, интеллектуальная собственность. Потому что информация правильная, правильное образование, и наконец-то начнется заработок. Здесь заработок, здесь тоже перемены. Рыцари приносят перемены. Да? Они меняют жизнь, они помогают. А это профессионалы. Всегда рыцари профессионалы. Лошадь – это символ профессии. То есть какой-то профессионал вам поможет, либо юрист, либо адвокат, либо врач. Или вы этот профессионал. Это очень хороший расклад. Очень рада. Дела идут хорошо у вас. Хороший расклад. Видите, и все быстро будет меняться. Колесница вместе с Луной. И это, кстати, здесь тоже символ Луны, перемен. Да, все будет очень быстро меняться у вас. Перемены будут. Вообще карта звезда, это карта же, когда иммунитет сильный, когда здоровье сильное. А ведь сейчас это номер один. Мы все понимаем, что здоровье – это всегда номер один. И здесь вы здоровая, красивая, кровь с молоком. И вас заметила любовь какая-то. Это может быть работа, которая деньги принесет. Активные действия, вы активны будете. Не бойтесь быть активным. Или по месту жительства, или в соцсетях. Не бойтесь активности, потому что у вас будут средства. Восьмерка пентаклей – это часто удачные покупки или продажи. Тоже может вас касаться. Да? А еще и десятка пентаклей. Да-да, именно на деньги расклад. Будут деньги, заработанные вами или близкими. Деньги будут – это точно. Будут интересные события, может, путешествия даже будут.
Вы будете звезда. Красавица, умница. Звезда. Смотрите, все четко и ясно, да, звезда. И знаете, я вижу перемены в личной, именно в личной жизни. Скоро будет все меняться. Действительно, Вселенная начнет осыпать вас подарками. Ну, девочки, мальчики, ну, естественно, что для этого нужно быть активным, да? Карты говорят, возможность огромная, а вам нужно быть активнее, потому что возможности у вас огромные, огромные. Вы видели все карты сами воочию, да? Так что вот так. А теперь предлагаю вам посмотреть на эту икону. Когда мы смотрим на икону, она начинает с нами разговаривать. Есть такое правило в иконописи. Кстати, Таро тоже иконы. Называется обратная перспектива. То есть, когда мы смотрим на икону, икона смотрит на нас. Очень все просто. И дает нам рекомендации. Какие рекомендации даст этот ангел? Вот этот именно ангел номер 8. Джезалель, или можно сказать Езалель. И Езалели, все читают по-разному, в зависимости от языка, но ангелы, они вселенские, универсальные. И подарки от Вселенной передают. Здесь ангел несет лилии, и у нас была карта лилии, где-то в картах Ленорман мы видели, да, можно перемотать назад, посмотреть. Лилии – это верность. Видите, вот здесь вы проситель, у ангела просите помощи. И Езалель, он вдохновляет. Это ангел вдохновения. Видите, он дает вам, протягивает лилию. В одной руке много лилий, цветов, и в другой руке протягивает вам. То есть вдохновляет вас. Ну, конечно, вдохновение будет, потому что или вы, или ваши любимые, это деньги будут у вас. Вы будете много денег зарабатывать. Или это выигрыш в суде, или это наследство, или удачная покупка, или продажа. Но что-то связано с деньгами. Ангел благословения, вдохновения. А также это ангел красоты. Кстати, здесь была карта, ой, букет, но это в других картах было, да? Карта букет Ленорман, это же карта красоты. Ну, да, и звезда, вот, пожалуйста. Красота ваша, я и говорила, о красоте так и есть. Езалель – это карта ангела красоты. Он протягивает вам цветок, а цветы – это символ красоты. Красота Божьего света, которая через ваши глаза проливается на мир. И вдохновляет вас и ваших близких. Может, какая-то косметика новая появится, красивый наряд, и это ангел пошлет вам. Вас ангел хвалит, прославляет, говорит, что вы молодец, вдохновляет. И говорит такие слова: не бойся ничего. Не бойся, говори свою правду, потому что это ангел правды. Не бойся, говори свою правду, свети свой свет. И когда будешь светить свой свет, будешь богата и благополучна. Будешь светить свой свет. Девочки, иногда мне ругают, что я говорю все вот то, что говорю. Ну, посмотрите, ну, а как можно еще прочесть эти карты? Расскажите мне, да? Вообще считает прав тот, кто взял карту, да? И, ну, каждому предсказателю по-своему открывается. И если я вижу возможности для вас, так берите свои возможности. Вселенная вам их точно предоставит. Это 100%. Я в этом даже не сомневаюсь. Вы будете счастливы. Вот такая вещь. Подписывайтесь на канал. Это вам очень выгодно. Кстати, ни за что не нужно платить. Никогда ничего не продаю. Если кто-то продает от моего имени какие-то консультации, это мошенник. Да? Меня нет в ТикТок, нет в Инстаграм. Нет, я никогда не продам никакие ритуалы. Все можно у меня получить безоплатно на моих YouTube-каналах, потому что эзотерика – это как в церкви, да, всем дается. Так что благодарю. Если кто спонсор, благодарю, конечно, но вы ничего не должны совершенно. Я все даю даром. Вот. Только уроки от автора, это то есть мои уроки, у меня можно приобрести. Все остальное даром. Уроки мои можно приобрести и на Таро, и на Ленорман у меня на сайте. Официальный сайт у меня всегда только на каналах YouTube моих. И больше нигде нельзя перейти на мой официальный сайт. Что еще хочу сказать? Люблю вас, обожаю. Будьте благословенны. Благодарю Творца за исцеление всех, кто меня слышит, и меня самой. И за счастье, и здоровье, и любовь, и благополучие. Для меня и всех, кто меня сейчас слышит. Сейчас это ваше время, конечно. Будьте благословенны и счастливы. Вот, подписывайтесь на канал, как я уже сказала, для вас выгодно, потому что все для вас здесь и польза огромная.
А также оцените мою работу. Поставьте пальчик вверх или вниз, так как вам угодно. Выразить эмоцию всегда полезно для здоровья. Это знаю точно. Кстати, мои старые видео, так называемые, они приносят столько же пользы, сколько и новые. Наверное, даже больше. Как старая икона в церкви, да? Благословила многих и вас благословит. Так что смотрите. Если что, какие предупреждения, всегда говорю. Там была гора, конечно, но трудности вы уже прошли. Так что это точно. У меня много колод, а именно эти колоды от одного автора, как я уже сказала. У меня есть обзор многих колод. В общем, мне самой интересно с вами. Я надеюсь, что и вам со мной не скучно. А если это так, то мы с вами скоро и очень обязательно увидимся. Ну что ж, выпили чай, надеюсь, кофе, что-то вкусненькое. Приходите еще. Приходите ко мне, я буду всегда вам рада. До встречи!